Всем привет! Сейчас собираюсь ехать в церковь. Немножко сюда еще доложила конфеты, печенье. Положила яблоки. Там алия, вино, вода. Еще сахара доложила. Ну и мука. В общем, а так вот это повезу сейчас за мамульку в церковь. Сейчас поеду. Кстати, помыла сегодня голову этим новым шампунем, что купила, а то и там с каким-то пробиотиком. Побачим. Понятно, що з першого разу я, може, і не побачу, не замічу результат. Ну, бачимо, як воно поможе. Ну, я думаю, я не пізно їду, зараз 3 часа дня. Думаю, це не пізно ж. Внесла я панахиду, заказала 40 уст ще за Костю. Я хоч і на 20, вона каже, можна було і 29-го день у день наче прийти, але ж вони читають з 9 ранку. От читають і все. Тобто, а це ось і зараз справилося в церкві. Ну, сказали, що все буде добре, що почитають. Купила ще такі дві свічечки. Одну поставимо на обіді, а одну на кладовищі. Але мені сказала оця, що в церкві. Вона мені каже, ну, що я купляла свічечку, це, і вона каже, не залишай, каже, такі свічки на кладовищі. Каже, хай вона погоріть, якщо ти хочеш. І каже, а ні, то взагалі, каже, запали її вдома. Каже, свічки ніякі не залишай, каже, на кладовищі, каже, бо є, каже, різні люди. Я, звісно, в це все, м'яко кажучи, не вірю, але вони більше в цьому розбираються. Каже, краще вона хай дома згорить. Догорить, каже, хай лучше вона дома, каже, можеш її запалювати там раз в тиждень, чи, ну, каже, коли тобі, ну, от і все. І хай, каже, догорає дома, не залишай, каже, такі речі на кладовищі, як свічечка. Чи вона, каже, догорить, чи догорить, теж не знаєш, каже, що далі буде з нею. Щоб, каже, потім тобі ніхто нічого на цю свічку не зробив. От так от. Все, їду додому. По путі заїду на почту. Там прийшов столик, по-моєму. Забрала я столика. Сьогодні будемо складати з Дашою. Ну, куди ж без колес? Блін, капець. Понеділок, я дуже надіюся, що мені вже поміняють. Бо у понеділок вечором ми плануємо з Дашою їхати вже в село. А вівторок, бо вівторок зранку це таке гарячка. Переночуємо, а потім у вівторок назад вечором поїдемо. То якось так. Такий столик цікавенький. Ну, зараз приїдемо, будемо дивитися, який він там буде по величині. Привіт. Ну що, ми з Дашулечкою зараз будемо відкривати стол. Да. Будемо складувати. Да, мала? Та, ну, що тут його складувати? Раз, два. Не готово, да? Да. Постирали штору, вже досихає, сьогодні можна буде поцепити. Да. Без штор воно наче красиво, да? Бо всі пишуть, що коли отако штора висить, а вона типу отаку, ну, отам перекладина отака, і воно не дає, ще це покажу на карнизі, не дає шторі, бачите, в одну сторону здвигається, і за оцього. Мене всі постійно спрашують за ці, блін, штори. Не дає, це карниз такий. О, а без штор, то, звісно, все ж видно. Даня. Даня, не лежи лапу. Я розумію, що ти пес, і можеш лизати лапу, ну не треба.
На, не лежи. Ух, наконец-то, сборе попала. Тебе помогти, чи ты сама? Да, сама. Что тут? О. Ну і що ти зробила? Просто... Прорізала собі? Давай я. Ні, я не осмій сторону, я просто... А, ну, возможно. Маленькая. Даєш мало. Посмотри, вот эта штучка, да. Угу. А пускай аккуратно. Бо он тут ось уже... Пускай. Открыт, видишь, типа. Это я нечаянно. Угу. Да ничего, то все равно же его надо открывать. Но вообще очень прикольно, запах, что он как... такой. Ну, нового, как чемодан. Подожди, вот видишь, как чемодан, ты можешь его... Уже все. Даже куда-то на пилоту с собой брать. О, так к нему еще стульчики идут. Сейчас я... О, это стульчики? Да. Подожди, мам. А я что-то не... А что это я не поняла, что стулья к нему идут? Ого. Погоди, я что-то... Это складывать. Смотри, реально стульчики. Слушай, ну прикольно. Да. Прикольно. Теперь если куда же поехать, угу. У нас есть стульчики. Не, ну мы его брали не для того, чтобы куда-то на нем там, да, ехать. Ой, на нем. А? Короче, ну вы. Да, повезет нас. Да. Даня, бачив, что это таке будет, а? Смотри, какие стульчики. Прикольные. Да все их раскладывать не надо. Можно сложить и обратно будет. Сложить бы. Угу. Слушай, прикольные. А я что, оно еще регулируется? Да, я не хочу высокий. Его можно... Вот смотри, короче, я сейчас покажу. Подожди. 5 секунд. Видишь, можно сделать его выше. Вот там. Вот. Вот так раз выше. Это, ну, типа... А я не хочу выше. Давай... Ой, блин, что я... Сейчас вниз. Я не хочу высокий. Я хочу такой, ну, такого размера низкая. Маленький. Ну, вот я хочу, чтобы был низенький. Я не хочу. А высокий. Не сильно, нормально. Ага. А кстати, он же может и быть совсем маленький. Вот так вот. Я закрепила с этой стороны. Вот эти должны быть раз, ровные с этой стороны. С этой стороны ровненько вот так. А это что? А, это точно, это что пила. Слушай, да. Ты что? Хорошо, что вот эти вот резиновые. Сейчас я усы хожу. Ну, с тобой. Вот так берешь. Угу. Нормально. Прикольные, да? Ага, да. Вау. Мне нравится. А тебе? Нравится. Сейчас сразу будем, ага, сейчас будем на нем заниматься. Тяни его сюда. Знаешь, что будем делать? Что? Этот, будем конфеты сейчас фасовать. Да? Ну что, стульчики можно все, в принципе, собрать. Один, если хочешь, оставь. Очень классно. Ну то, что 4 стула, это вообще круто. Да? Угу. Беня, а что ты так смотришь, сидишь? Да нету Бина, пошел гулять. Он бы сейчас уже в эту коробку лез. Да. Вот здесь туту стоит. Вот это, мамин мазуха. Ой, и потягивается. Ну, мамин бубличок. Мамина булочка. Булочка мамина только. Не надо набирать на мою любимую, красивую булку. Угу. Да. Так, ну что, покажем, что еще у нас заказано. Да. Да? Ну, смотри, мы просто откроем этот, а не будем сегодня его надувать, ничего не будем делать. Ого. Угу. Я вижу. Тут что-то такое. Угу. И вот вы на Даню. Что ты там чукаешься? Какой смешной. Что тут? Что тут такое? Можно ножничками? Ну, пока да, снимается вроде. Давай ножнички. На, зай. Что ты мучаешься? На, дошел. Ой, держи. Бумажечка. Держи.
На, тебе бумажку. Этот уже нашел. Нашел игрушку свою, давай играть. Не-не, давай сразу эти мне маленькие. Не надо вот это мне. Пиво. Так, все, ставь. Но мы не будем сейчас ничего с ним делать. Это, короче, матрас, надувной матрас, кровать такой, типа. Надувной матрас, кровать. 33 сантиметра. Так. Да. Слушай, нормально. Ну, это можно будет потом. Ну, это потом. Мы уже, мы завтра, считай, в село едем. Я не думаю, что его надо. А? Он же шумит. В смысле шумит? Ну, вот. Ой. Он... надувается этим, понял? Да зачем ты? Не раскрывай, мама. Ну, хорошо, посмотри. Он надувается, как его? От розетки, наверное, или как оно там? Походу, насос да. Там есть. Просто втыкнул, надулся. И все. Так, спросите вы, конечно же, нафига нам матрас? Скажите, девочки, зачем вам матрас? Да. Затем, что мы хотим зимой, например, когда мы захочем вот здесь расстелить матрас возле камина, елка. Что-что? Пованивает, да? Угу. Видишь, какой интересный. Ну все. Да, давай, может, откроем, он будет вываниваться. Ну вот так вот, поняла, разберем, чтобы запах выходил. Ну, ну да, такой крепкий. Да, и захочем, например, все будут этот Новый год, там елку будем ставить. Потому что мы тогда расстеляли диван, коричневый вот здесь стоял, мы спали здесь, да? Вот, возле елки, возле камина, это классно, возле телека огромного. И, ну, заказали. Захотел, постелил. Не захотел, убрал его и все. И, ну, ты на что ты тягаешь? Я спортсмен. Да, Шуль, не надо вот это эгоизма мне. Спортсмен ты. Так, ну что, сейчас ставим столик и будем фасовать конфеты. Да. Так, нам надо 21 кулечек. Вот такой. Это две бутылки вина я еще взяла. Ну, одну на стол. Ну, я две на стол поставлю. Одну, может быть, поварам отдам. Я не уверена, что там... Может, даже полбутылки выпьют и все. И не более. Одну, может, просто девчонкам на кухню отдам. За мамулю. Что, будем фасовать? Да. У нас конфетки. Все, я вытянула уже. Так, давай командуй. Завязывать? Я сейчас покажу, как. Подожди. Не сильно так, чтобы поняла. Вот так. Вот так. Теша, в принципе, я думаю. Да. Типа на бантик, я думала. Поняла, чуть-чуть вот так. Чтобы не порвалось. Не развяжется? Будь здорова. Развяжется. Развяжется? Угу. Ты на два раза тут развяжу. Я легенький второй бантик. Ну. Угу. Чтобы развязать можно. Должен быть у нас 21 кулечек. Ой, ребята. Это так важко оце таке робить, если честно. Потому что... Потому что... Нема ніякого сознания. Ну, я думаю, що, ну, нормальні кулечки. Я вкусненькі конфетки брала. Ой, я відробила дірку. Сюди я. Ти ж не положила воно велику. А, точно.
А ты, кстати, взяла вместо печенья бисквіт такий. Ну, не як барні, типу. Вони вкусні. Взяла як вместо печенья. Короче, будемо фасувати. Ну, я пам'ятаю пісню, яку бабушка частенько так пела мені. Да, тобі нравилося вона? Мені дуже запомнилося. Прямо що? Будемо і ми їсти. Так. Да. Ну, давай. Ой, у вишневому саду там соловей пощебетав, додому я просилася, а ти мене все не пускав. Додому я просилася, а ти мене ой, милий мій, а я твоя, зійшла вечірня зоря, проснеться матінка моя, буде питати, де була я, проснеться матінка моя, буде питати, де була я, а ти дай такі одні, яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а ті красі радіє все, весна йде, красу несе, а ті красі радіє все, доню моя. Річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах брини сльоза, чому розплетена коса, а на очах брини сльоза, коса моя розплетена, її бо з милим я влучилась я на очах брини сльоза, бо з милим розлучилась я. Мамо моя, ти вже стара, а я щаслива й молода, я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай доню свою, я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай доню свою. Спасибо. Так? Я ось одну і все. Ось так. Бабулька в нас була дуже позитивна, так що ми для неї співали. Я думаю, що вона співала разом з нами. Так? Угу. Угу. Ну, тільки скільки. Це ти ще, кстати, порозкладаються черта. Так. Оп. Складай. Ну так нормально, да? Ой, сподіваюся, що буде лишнє і людям комусь пороздаючи не хватить. Ой, так і воно туди мало лежить. Все, 21, да? Да, все, 21. Все верно, все красиво. На завтра готово. Да? Да.